Доброе утро, Татьяна Степановна. Какое оно доброе? Вы чем-то расстроены? Ой, измаялась я. Все стало очень неудобно. Просто очень. Неудобно? А что неудобно? Ну как это? То у меня получается час туда, на транспорте трястись, и целый час обратно ехать. Неудобно. Куда туда, простите за любопытство? Вот, Иван Анатольевич, вы уже месяц наш новый сосед, а вы же ничего не знаете. У меня в жизни есть только одна радость. Рыбалка. Рыбалка? Ну, рыбалка, это, конечно, здорово. Но я как-то не представляю вас с удочкой. А я удочки ни разу в жизни в руках не держала. Это мой муж. Очень часто ездит на рыбалку. Я не понимаю. А вот прежний, старый сосед, он понимал. И было очень удобно. А потом он переехал на другой конец города. И стало неудобно. Иван Анатольевич, Ванечка, муж на рыбалке. Вы мне сосед или кто? Татьяна Степановна,